Соответственно, здесь представлено, как пак получается под разными углами, под разными то есть у вас, во-первых, уровень прогрессирует, и вам легче это сделать подобное. И также зависит от того, насколько много вы издали звук. Новым предметом. Мы вырубили его, и теперь мы надели наручники на него. Это про сканирование. То есть у нас появляются эти метки. Уже было вчера сканирование. Вооружение становится все более и более истощенным по истечении времени, как часто вы его используете. То есть оно... Это будет отражено и на его технических параметрах, то есть на то, насколько оно надежное. Также будут отдельно вооружение и обвесы изнашиваться. И соответственно появился вот здесь дым черный дым появился. Это значит, что оружие уже изношено очень сильно. У вас соответственно может заклинить в оружие. Но в игре, соответственно, будет влиять внешний вид оружия, в зависимости от того, где вы бегаете, от погоды, лучей звезды. Также, соответственно, замерзание будет отображено на вооружении.